Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбанго. Ну что ж, сегодня у меня капусточка с этой, как его зовут-то, с грудинкой или ветчина? Сербская зимница. Сербская зимница. Ну что, это ветчина или нет? Ну это свиное мясо. Ну, свиная какая-то, полуфабрикат какой-то. Вот такая красота. Показываю. Вы хотите, чтобы я почетче показывал, пообъемней? Ага, вот такую мисочку буду пустить. Ну все, переворачиваю камеру на себя. Все, будем кушать. Всем приятного аппетита и просмотра. Будем кушать. Кетчуп-то есть? Есть. С кетчупом добавлю. Кетчупа. Слобода. Живая еда. Это не реклама. Кетчуп. Леча. Ну, все, я добавляла. Хватит. Как, когда? Ну, потому что добавляла уже кетчуп. Я откуда знал, что добавляла? Мало, значит, добавлял. Что мне приходится добавлять еще. Вкусно. Ну, потихонечку будем все готовить. Отдохнем от бутербродов, да? Наоборот, от готовки отдохнем от бутербродов. Жарила, что ли, ее еще? Что? Зимницу эту жарила, что ли? Нет. Зачем мне ее будет жарить? Вкуснее будет. Вот эти массу сырого жарят. Какие носы-то?
Петропавловскую крепость будет реставрировать. Много границы будет. Угу. Да. Не виднее нашему количеству, нашим властям. Угу. Электродепо метрополитена дачная возобновила работу в Петербурге после реконструкции. Давно пора. Дачная это где? Ну это проспект Ветеранов, вот это вот, по-моему. Там. Да. Понятно. Она ж простаивала. Долгое время. Не знаю, это мороженое было, что ли? Угу. Ну, я не знаю. У нас не оповещали бы. Угу. Давай суши пока теплое. Да, я ем. Там что, электричка, что ли? Угу. Метрополитена? Да. Угу. Удачно. Да.
Угу. Капусточку удалось. Да. Вкуснотища какая. Ставь лайк, если любишь капусточку.
простите. Извиняюсь.
сердечки такие. Это можно все это самое, как на бутерброд, заготовки такие. Соус, наверное. Да, томатный соус у нас сделал. Здорово. Помидорки такие рыбные. Понятно. Муж такой. Повторяй уже. Да, я не видела это. Ну, как другая была. А, это как разрезать лук на кружке, чтобы пальцы не обрезали, не так. Да. Очень удобно.
Нет, она ее что-то. Ага, вот. Лук с мукой, с солью, еще с перцем. И еще что-то добавляют. Омлет. Вкусно. Перед тем, как мыть яйца.
Не понял, зачем вот? Чего? Вот это вот. Золотые яйца делают, не видишь, что ли? Я видел. На Пасху. Видел. Делать нечего. Не знаю. Нечего здесь. Есть чего делать. Есть чего делать. Татуировка на руке, что ли? Да, наверное. Или кофта такая? Или кофта. Да. Попозже или сейчас? Сейчас, сейчас. Не хочу.
Я все принесу. Даю? Да. Все даю. Да, только что там. Я ж не знаю, что доел, что не доел. А ты мне сразу не скажешь, что мама мне тоже захочет чай. У меня сзади глаз нет. Да. У меня тоже. Так надо говорить. Я пошла туда. Было не сказать, что ли? Что? Да пошел, да. Что это такое желтое? Яблоки. Яблоки. Это желтое что на этом? Тесто. А, тесто? Да. Крошки, которые? Да. Спасибо. Там еще есть много. Угу. Ставочка красивая. Для торта. Ажурная такая. Еще лопатка такая же, ажурная. Наелся я. Ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все. До следующего мукбанга.